По традиции, ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. Прошедшие выходные свой праздник отметили представители этой самой жизненно важной профессии – врачи России. В Куюргазинском районном центре культуры было организовано торжественное мероприятие в их честь. Поздравила присутствующих исполняющая обязанности главы районной администрации по социальной кадровой политике Лира Терегулова. Профессия врача – самая главная в мире. Врач приходит на помощь в самые тяжелые минуты нашей жизни. Труд врача требует высокого профессионализма, душевной теплоты, умения сострадать и сопереживать. Самое передовое медицинское оборудование и новейшие технологии не принесут пользу без участия медиков, потому что наиболее важной медицине, как и в любой другой профессии, это, конечно же, люди, наделенные знаниями и чувством глубокой ответственности. 30 врачей и 111 средних медработников обслуживают население района. 6 докторов имеют высшую категорию. В больнице также работают узкие специалисты. На мероприятии лучшие медработники были отмечены почетными грамотами главы администрации, благодарственными письмами и памятными подарками. А также для них прозвучали песни в исполнении артистов РДК. Поздравил участников праздника и рассказал о достижениях последних лет главный врач Кумертауской центральной больницы Олег Астахов. Кроме того, он принял участие в церемонии награждения лучших медработников, а также поделился статистическими данными о проверке здоровья населения в районе выездными врачебными десантами и пополнении материально-технической базы медучреждений. Сегодня наша больница – это мощное многопрофильное медицинское учреждение на юге республики, в состав которых входит Малайская больница. Мы являемся медицинским центром для 5 районов и 2 городов, где проживает более 240 тысяч жителей. И именно у нас в последние годы с хорошим результатом работают медицинские центры. Это перинатальный центр, онкологический, травматологический, международный центр здоровья и первично-сосудистое отделение. Все достижения нашей медицины не были бы возможны без наших ветеранов, тех людей, кто зарождал нашу больницу в тяжелые годы становления Куюргазинского района. Теплые слова благодарности и поздравления с Днем медицинского работника хочется адресовать уважаемым медицинским работникам и ветеранам. В продолжении мероприятия присутствующих поздравили творческие, вокальные и танцевальные коллективы района, подарив массу положительных эмоций гостям праздника.